Летние игры Роснефти – это такая корпоративная олимпиада. 10 дисциплин, больше 300 участников – свои записные фавориты. Рязанские нефтяники в этом смысле всегда на ведущих ролях, выступление вне призовой тройки даже не обсуждается. Объективно, да, исторически какие-то вот эти моменты, мы понимаем, что команды-фавориты – это Удмуртнефть и Оренбургнефть. Тем не менее, что мы, что Саратовский, что Сызранский завод, да, мы будем бороться везде за победу. Поэтому я вам сказал про фаворитов, но победа может быть и у Рязани. В спринтерской эстафете 4 по 400 метров воля к победе помогла рязанцам прийти вторыми в своем забеге. Все из-за тренировок, признается член сборной РНПК Станислав Фролченко. Свой этап он пробежал с лучшим для себя временем. Очень много сил потратили на тренировки. Рад, что приехали сильные соперники. Была жесткая конкуренция. Мы заняли второе место. За нас болели коллеги, семья приходит болеть. Они самые наши большие помощники и помогают нам преодолевать все трудности. Впереди у команд еще 9 дисциплин, а это уже не спринт, а самый настоящий марафон, который для работников РНПК пусть и не будет легкой прогулкой, но учитывая серьезное отношение компании к занятию спортом, позволит сборной рязанских нефтяников и в этот раз выступить очень достойно.